Рассказать подрастающему поколению о жизни и деятельности наших земляков. Вот одна из целей поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», которая проводится в рамках 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель. Много талантливых и знаменитых людей взрастила Кубань. Каждый из них внес свой вклад в развитие Краснодарского края. С одним из таких людей встретились юные жители поселка Целиново. История любого поселка, хутора или станицы складывается в основном из воспоминаний старожилов. В числе первых осваивать новые земли нынешнего поселка Целиново приехал в 1962 году Алексей Пирогов. Мы приехали сюда, ну что, палатки жили, поставили 20 этих коек, и нас привели, то, что жили в этом палатке, оно холодно. И то жили там 20 человек. Во время встречи с учениками начальных классов 23-й школы Алексей Васильевич рассказал ребятам о том, как начиналось становление поселка Целиново. Основан он в 1962 году. Его название связано с тем, что поселок расположился на целинных, неразработанных плавневых землях, строился методом молодежно-комсомольской стройки. Не было ни газа, ни асфальтированных дорог. Но за несколько лет молодежь превратила стоянку в настоящий населенный пункт. Позднее был организован зерносовхоз «Сладковский», где выращивали пшеницу, ячмень, рис. Там и проработал Алексей Пирогов почти полвека. Дети услышали о жизни приглашенного гостя, о его трудовой деятельности. Организаторы мероприятия уверены, что такая встреча пойдет юным патриотам только на пользу. Наши дети должны быть патриотами нашего края. Они должны любить родину нашу малую. И гордость должна быть за наш край у них. В заключении мероприятия был сделан коллективный вывод. Кубань славится героями и талантливыми людьми. Нам есть чем гордиться. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов. Программа «События».